যদি হরি শরণে সরসম্মন যদি বিলাস কলাসু কৌতূহলম যদি হরি শরণে সরসম্মন যদি বিলাস কলাসু কৌতূহলম মধুর কমল কান্ত পদাবলিম শিনু তদা জয় দেব সরস্বতীম শিনু তদা জয় দেব সরস্বতীম যদি হরি শরণে সরসম্মন যদি বিলাস কলাসু কৌতূহলম মধুর কমল কান্ত পদাবলিম শিনু তদা জয় দেব সরস্বতীম শিনু তদা জয় দেব সরস্বতীম গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাঠ্য Гаудия Гуштепати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если мы не поймем, что такое Мадхур Раса Татва, если мы не будем чувствовать никакого влечения к Апракрита Мадхур Раса Татве, то тогда противоположная ей материальная раса, она очарует нас и приведет к океану страданий. Шрила Прабхупад сказал, что если мы не чувствуем никакого влечения к Апракрита Мадхура Раса Татвы Верховного Господа, то тогда, сегодня или завтра, вы почувствуете влечение к материальной Мадхура Расе, которая скинет вас в океан страданий. Шрила Сачидананда Бхактинода Такур сказал, Билламангал Такур, Коби Джайдев Видьяпати, Джайдев Госвами, Видьяпати Чандидас, они все чувствовали golden complexion, I mean Chaitanya Mahaprabhu, явление Гурадхи Махапрабху в их сердце. Хотя в то время, когда они жили, Чайтанья Махапрабху еще физически не явился в этом мире. Но Шрила Сачидананда Бхактинода Такур говорит, что будьте уверены, что Билламангал Такур, Бору Чандидас, Джайдев Прабху, Джайдев Госвами, Видьяпати, они все чувствовали прямо явление того Махапрабху золотого цвета, Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому можно найти такое великолепие в их наследии, в их баджане, поскольку без милости Шри Чайтанья Махапрабху это практически невозможно понять полностью лилу Рады Говинды. Кто-то может сказать, хорошо, он совершает Рада Кришна Баджан, не заинтересован в Гуранге Махапрабху, хорошо, он может сделать свой баджан, но Рада Говинда в одной форме – это Гуранга Махапрабху. Гуранга Махапрабху, когда он разделяется на две личности, почему? Чтобы наслаждаться расой. Экаки наиварамате, that's why. И поэтому вот экаки наиварамате в этой шлоке. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он стал Радхой и Говиндой. Джан ева Радхика Кришна, са ева Гоура Виграха, Джача Вриндаванам Деви, Навадипан Чатат Субхам. У Деви, то, что ты видишь, Рада Говинда, он же Гура. И то, что ты думаешь, Вриндаваном, он не отличен от Навадвипы, не просто не отличен, а более велик. Гоу-кисар-бабаджи-мараджи-стакам.
и в Гуру Кишор. Здесь Бабаджи Махараджа аж такие слова есть. Гоуро Браджа Абхеда, Абхеда. Гоур и Браджа Абхеда. But still I would say, it's more important, this Гура Враджа Абхед, это значит, что Гура Деша не отличен от Вриндавана. И даже более велик, это Навадив Дхамма особенно. Она полна милости, и поэтому она более велика, чем Вриндаван. Как Нитянанда, он тот же Баларам, но более милостив. Вриндаван Дас Такур говорит не только о Гауранге, а также о Нитянанде. Смотрите, что случилось с Джагаем и Мадхаем, но там мы видим, что если бы кто-то как-то беспокоит Кришналилу, то Баладев готов убить такого человека. А здесь Нитянанда не делает этого. Вот Рукма, брат Рукмини, он пострадал от действия Баладева. Хотя Баладев, он явился здесь в форме Нитянанды. Но все же в нем особая милость, и такую лилу мы нигде больше не можем найти, она уникальна. Лила Нитянанды, она уникальна. И вот смотрите. Вриндаван Дас Такур, он использует Дивачан, не единственное число, а множественное. И вот смотрите. Это единственная причина Вриндаван Дас Такур Махашой, он Ясаватара. Он говорит как у Гауранги, так и у Нитянанды. И здесь смотрите. Нитянанда Прабху. Это Дхамма Татва. Но это Дхамма Татва. У нее есть особенность, поскольку Навадвип Дхамма может простить нас на сотни раз. Но во Вриндаване, если вы совершите какую-то ошибку, то нету прощения, нету спасения. Если вы совершите какую-то ошибку, это очень опасно, поэтому, когда мы совершаем парикраму, Гуранга предупреждает нас, чтобы они даже ветки деревьев не ломали, поскольку это эти деревья Риши Муни, Сида Махатмы, они пребывают там в форме деревьев, кустарников и совершают свой баджан там. Это есть документальное подтверждение этого. Это не просто какая-то философия. Вот в этой шлоке говорится, что будьте уверены, что Удав, он там в форме кустарников, в форме и прочих деревьев, и прочих растений. И Удав там находится в этой форме, когда происходит санкиртан и харикатха Удава, он иногда выходит из этой формы своей на Удав-кунде. И там он в форме каких-то растений находится. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, вы должны верить в это на 100%. Может быть, они совершают Рада Кришна Баджан в Нибарка Сампада и других пускай совершают, но чтобы получить полное представление, полный вкус. To get the total test,
чтобы узнать полностью о Радха Говинда Татве. To do bhajan perfectly, yes. Вы должны осознать сначала Гова-татву. Не осознав Гова-татву, вы не можете понять Радха-говинда-татву полностью. Может, немножко сможете понять, но полностью как. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он Камала Манджари, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. И вот он в Радха Говинда Лиле Камала Манджари, и он говорит, все они осознали Гова-татву. Иначе Биламангала такого, как он мог выразить такое настроение, это невозможно. Как они это осознали долгое время? Он совершал баджан и увидел все лилы Радха Говинды. Jadi gaur na hai to tabe ki ho to kemone dharitam debe radhara mahima radha premaraso sima radhara mahima premaraso the extreme limit but extreme limit doesn't mean sir have some extreme point. Radhara mahima premaraso sima вот в этой шлоке говорится. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур так говорит, и мы знаем, что хотя в то время Сри Чайтанья Махапрабху еще не явился, но все же из Дхамма Парикрама, из прославления Дхаммы Шрила Бхактивинода Тхакур, он показывает, что все четыре авторитетных ачарьи Рамануджа-ачарья, Мадва-ачарья, Вишну-свами, Нибака-ачарья, они все пришли в эту Навадхи-дхамму, кто нет, даже Шанкар. Но Шанкар, он сказал, что это место не место для Майавади, поэтому уходите. Даже Шанкар здесь был, Чатушвана Саптариса. Нова-йогендра. Все они очень часто, можно видеть, они путешествовали здесь, не все могут видеть. С этими материальными глазами нельзя их увидеть, они приходят, получают даршан, эти дамы совершают парикраму, выражают почтение, кланяются и уходят. Бесчисленные риши-муни, саду, они приходят в тонком теле, чтобы получить даршан этого святого места, но мы, находясь здесь, не всегда чувствуем нашу великую удачу, что мы находимся в таком священном месте. Некоторые думают только негативным образом, и поэтому не обретают силу. От нахождения в таком святом месте, и вот все четыре ачарьи, они приходили сюда, совершали баджан, Чатушвана, они совершали свой баджан в Белпукуре, в доме в том месте, где дом Нилабара Чакравати. И вот это не шутки. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что они все самосознавшие себя люди. И они осознавали величие этого места Джайдев Госвами. Он не
приходил специально, чтобы проповедовать, но весь мир знает имя Джайдева не только в нашем обществе Гауди Вайшнава. Вот его произведение Гита Говинда переведено на различные языки. И что говорить о Джайдеве Госвами, материальные кого-то Рабиданат, такой наполовину материалист. Он за то, что свой Кигитанджали получил Нобелевскую премию, все знают, какое великолепное представление там. И вот они. И вот он там представляет как духовные, так и материальные. That is called personal promo. Many times it happens so he is writing in same writing in personal promo. Он пишет о как о олицетворенном Брахмане, так и о безличном в своих этих книгах. Но Джайдева Госвами нельзя сравнить ни с каким поэтом. Это невозможно. Мы не можем сравнить Джайдева Госвами ни с кем. Рупа Санатану Джива Госвами мы не можем сравнить ни с кем. Они бесподобны, но смотрите. Джайдева Госвами, он обычно жил здесь. Баладиги, Лакхан Сен, на собрании Лакхан Сена он был главный, но он родился в Кендрабилваграме. Если вы едете в Экачакру, то там по дороге. And there is very nice place, Kendrabilvagram. Это место Кендрабилваграм на берегу реки Аджай. Это такая, как бы, не совсем река. Имеется в виду, вот эти Падмага, Ганга, это реки, а это Аджай, это река мужского рода. Как, так, ну, в Индии есть реки женского рода, есть мужского. Вот эта река, она мужского рода. И вот на берегу этого, этой реки мужского рода Аджай, и там даже сейчас можно видеть, что тысячи людей, они собираются на какое-то собрание. И сахаджи, они оскверняют это место, все аулы, баулы и прочие. Сахаджи идут туда и оскверняют это место. И сейчас поэтому для нас очень благоприятно находиться здесь и совершать баджан. Если мы куда-то едем, то какие-то проблемы могут приключиться. За всю свою жизнь я был там, в Панихати, месте явления Нитянады в Панихати. Нитянады, кого-то, еще лет... Давно было, лет 15 назад или около того, и я... Когда там был, потом решил больше не посещать это место, поскольку такая скверная ситуация там была. Панихати – это место в моем сердце. Мне было очень неудобно, печально видеть этих всех сахаджи, они там мажутся горчичным маслом.
едят рыбу, мясо и ходят в голубой одежде, которую только Нитянанда может носить. And they are dancing like. И вот и танцуют еще там. И мне было очень печально видеть такую ситуацию. Idiot. So Ras. Oh, Nitananda. И вот я поклонился этому месту, под которым Нитянанда явил эту лилу. Я видел это, я пытаюсь видеть это моими духовными глазами, если Гуру Махарадж покажет нам, то мы сможем увидеть все места лил Верховного Господа. Как Сварупа Госвами мог описать славу Вриндавана. Хотя за всю жизнь он физически никогда не был во Вриндаване, но он описал всю славу Вриндавана. Как это возможно было для него? И вот через Харина мы можем видеть все. И смотрите, там кто еще Прабхудананда Сарасвати, он никогда не был физически в Навадвипе. Но Навадвипа Дхамма, она явилась в его сердце. И он написал прекрасное прославление Навадвипа. Прабхудананда Сарасвати, он лучше, чем какая-то материальная Сарасвати. Он сам Сакшат Сарасвати. И настолько прекрасно он написал славу Навадвипы идеальным образом. И привел свидетельство из различных писаний. И вопрос мой в том, как возможно для Прабхудананды Сарасвати так идеальным образом описать славу Гурудамы. И для Сварупа Госвами, как он смог описать славу Вриндавана. Но смотрите, внутри своего сердца они всегда находятся там, в этих святых местах, а мы приходим, пытаемся снаружи смотреть и ничего не видим. Но Вриндаван и Навадвипа — это не какие-то места, которые мы можем видеть материальными глазами. Поэтому обусловленные души, они запутываются и не могут осознать, что есть что. И вот от Гурувардхи мы получаем такое наставление, что, да, что мы должны совершать Дама Парикраму под руководством чистого Вайшнава, который может видеть эту настоящую Даму. Поэтому Шрила Бхакти Валапратирта Госвами Махарадж, он очень разгневался на тех преданных, которые не хотели идти за Шилапури Госвами Махараджа, поскольку он медленно шел и задерживался. Они там хотели пообедать вовремя, и Шрила Бхакти Валапратирта Госвами Махарадж разгневался и сказал, что идите сами, а я буду идти за ним, поскольку он может показать настоящую святую даму, и вот он всегда следовал за ним. И вот как когда Шрила Пури Госвами Махарадж, он долго кланялся на берегу Лалита Кунды, а все там куда-то спешили. И нужно иметь терпение. Если мы потеряем терпение, это очень опасно. Если вы хотите обрести прему, то терпение должно быть в вашем баджане, в вашем этикете, везде. Я могу объяснить дживататву по милости гу и вайшнавов. И вот в этой шлоке говорится, вы думаете, что нити ситха, значит, это Кришна прама уже есть в дживатме?
Это не вопрос садханы. Через садхану мы не можем обрести, что значит нить сиддхи. Это значит, что Кришна Прама, она вечно есть, чтобы она ждет для нас, чтобы... Но это не значит, что внутри нас, она есть, но не в нас. У нас есть это дасья. И так постепенно мы можем пытаться понять все эти якобы внешние противоречащие факторы в Сиддханте. И вот... И что я хочу сказать? И вот Сарв Госвами говорит, он не был в Вриндаване, но описал все так. И Джайдев Госвами, можно найти Джайдев Госвами, он в Кендра Биллограме явился, он принимал обвинение в этом реке Аджай, и потом хотел принять обвинение в Ганге, но в Ганге не было поблизости. И у него была Радхамадана Махан Виграха, он из этой реки Аджай, он получил эту Виграху. И вот там был цветок, подобный лотосу. Там был Шивджи Махарадж какой-то очень важный. И там что-то похожее на лотос на берегу Аджай. И там рядом Шивджи Махарадж. И вот он совершал баджан там. И вот отец и мать его тоже вайшнавы были. Mother, father, they are all big Vaishnava, Vaishnava, Vaishnava. Where he took birth, from there, he came here because naturally, when learning Vyakaran, this the Alankar, all Sabda Sastra, everything, he developing, found knowledge. Сабда Шастра и прочее, он стал очень сведущим во всем этом. Он обрел такое великолепное знание, и важные члены общества, как царь Лакшан Сен, он привлекся им, как Сарвабхаума Бхаттачарья, дом Сарвабхаума Бхаттачарья. Смотрите, у Сарвабхаума Бхаттачарья дом был в Видьянагаре, как он в Пури оказался, поскольку царь Пури пригласил его жить в Пури, он объяснял, не я шаствовал совершенным образом, и царь этого, царь Арисы пригласил его. Что приходите, живите здесь, в Джаганатха-дхаме. И там он был без... достаточно беден, где он мог жить, и он под деревом жил. И ходил в храм, Джаганатха принимал просад, жил под деревом. Как-то поселить его забыли, видимо. И таким образом, как-то он построил какой-то шалаш там. И там. But before that, I would say. Но перед этим я хочу сказать, когда Джайдев Госвами был там в Кендра Биллограме,
то случилось нечто великолепное. Он поклонился Радамадаве с огромной любовью. He used to come to Kendavilu Gram again go to Puri. There in Puri, there another family. И там в Пури какая-то семья жила поблизости. They have one daughter. У них была дочь, звали ее Падмавати. And one day Jagannath came. И однажды Джаганнатх явился во сне этому отцу Падмавати и сказал, что вот там хороший кандидат для вашей дочери, его зовут Джаядев, живет рядом в шалаше. Отдайте вашу дочь ему замуж, это мое наставление. И вот Джаганнат сказал этого, и вот они начали искать, кто там Джаядев, и вот они обнаружили его, и когда сказали, и Джаядев засмеялся, что я очень беден, как возможно, что Джаганнат такое мог сказать. Они говорят, я клянусь, что Джаганнат пришел во сне и сказал, чтобы я так сделал. Этот человек сказал, что мы знаем, что вы великие преданные Джаганнатха, и это наставление Джаганнатха, чтобы вы взяли нашу дочь в жены, и они отдали эту дочь Джаядеву Госвами, но будьте уверены, Джаядев и Падмавати, они жили таким образом, они были полностью отрешены. Как Лакшмиприя, Вишнуприя, Гауранга, у нее это не сам Бог Виграха, а Випраламбха Виграха, Вишнуприя и Гауранга, это у них такая любовь в разлуке. И вот Джаядев Госвами, он был вынужден жениться на Падмавати, и так или иначе он просил подаяния для служения Радамадаву. И если нет никакой зависти, никакого неудовлетворения, и тогда нету. И вот в этой шлоке Махарадж в прошлый раз говорил, что качество бедности, в чем заключается то, что мы всегда чувствуем неудовлетворение всем. Это главное качество бедного человека, а вайшнавы очень богаты они. Хотя, может, нет у них никакой собственности, никаких материальных богатств, но они всегда удовлетворены, они самодостаточны. И эта самодостаточность может явиться в нашем сердце только тогда, когда есть чистая преданность. Если нет чистой преданности, мы не можем чувствовать такого удовлетворения. И вот эта самодостаточность — это наивысшее сокровище. И во Вриндаване те саду, они шутят. Very nice they are speaking. They are speaking very nice. Bale, one sadhu can have three property. Лота, сота, лангота. Только вот три вещи. Лота, сота, лота, каупина. Каупина, лота, это кружка для воды. Сейчас такой термин появился, что богатый там какой-то аристократический саду, бедный саду, кто шутит надо мной, что я интернешнл саду, но настоящий саду, настоящий святой, он должен быть таким международным, что их любовь, она для всех. Если кто-то, хотел так критику какую-то в адрес Махараджа сделать, а получилось прославление. Как Шишупал, например, Рукмини его Пошупалом называют,
то, потому что он всякую ересь говорит. Беджанма его называют. То, что Кришна Беджанма называет, то, что неизвестно, от кого родился он. Но кто, ну, действительно так, кто может понять слово рождения Кришны? То есть он хотел оскорбить Кришну, а получилось наоборот. И так вот, термин «международный саду» значит, что его сердце открыто для всех. Как какой-то ученый, как Эйнштейн что-то мог открытие какое-то сделать, то благо от его открытия весь мир получит. Originally from India, now he is staying in America. I don't know Bom with Nobel Prize there. Hello. Oh, sadhu is always international. Sonatan Group not international? Jivago Singh not international? И вот настоящий саду, он такой по-настоящему интернациональный, это значит, что у него есть любовь ко всем, вне зависимости от их происхождения и проживания. И вот смотрите, Джайдев Госвами, он служил Радамадаву, ходил в храм Джаганатха, принимал прасад там, но иногда он приходил к Кендрабилваграм также. И поскольку этот Шиваджи Махарадж, он был очень привлекателен для него, и однажды Джайдев Госвами решил крышу поменять. Там какая-то временная крыша была, периодически ее менять нужно было. One or two years after, you will have to change. Otherwise, it becomes useless. Jayadev Goswami is strong, you know, sunlight, summer season, changing. И вот летом это было, и вот он там менял эту крышу и попросил Падмавати, о, Падмавати, я иду на крышу ремонтировать, а ты давай, подавай эту солому. И вот он совершал такое служение. А почему служение? Поскольку в его доме Радамадава жил. Это было служение Радамадава. И вот Падмавати сказала через какое-то время: «О, Прабху, я сейчас прихожу, там что-то забыла сделать. Сейчас на пару минут отлучусь». И вот... И вот, ну, хотя она ушла, но все равно солому кто-то подавал. И он подумал, что это жена его вернулась и подает солому ему. Но когда Падмавати пришла, через какое-то время она сказала, спросила, а ты только пришла? Да, только пришла. Кто ж там солому подавал? Не знаю, тут задержалась, и вот они пошли в комнату и увидели, что это солома в руках Радамадавы осталась. И веревка там тоже в руках осталась. Что это как бы было доказательством, что он подавал эту солому и веревки Джайдева. То есть, не знаете, смотрите, не только мы служим Верховному Господу, но и Верховный Господь тоже служит нам иногда. И вот таким образом различные уникальные лилы, где он был на каком-то собрании, и вот кто-то дал какое-то пожертвование для служения Радамадава. Он обычно не принимал, но вот это какой-то особый случай был. И уж он принял какие-то пожертвования, а по дороге еще какие-то эти разбойники поймали его, отобрали все.
избили как-то и кинули в это. В общем, куда-то выкинули его. И потом какой-то набожный царь, он пригласил Джайдева Госвами к себе, там что-то случилось опять по дороге. И после этого, по милости Радха Мадхава, он опять, его эти руки-ноги восстановились, как были. И таким образом, и здесь Лакшан Сен пригласил его, чтобы он украсил собой это собрание пандитов, там несколько пандитов были, они его как бы друзья были. И Джайдев Госвами, он так много писал, много прекрасных вот этих киртанов. Вот этот киртан он здесь написал, и после того, как написал Лакшан Сен. Ну, он был восхищен видя там эту поэму, и он попросил Джайдева Госвами, чтобы он принял что-то. Джайдев Госвами сказал: «Я не могу здесь жить, я ухожу». И в то время он совершал какой-то уединенный баджан. И вот Джайдев Госвами, он пошел в Чапахати. Это зовется Радакунда. И вот это там где-то, где Ганга Сагар, где... Сейчас день этого, когда люди... В этом Самудагоре принимает омовение, где Ганга в океан впадает. Вот Диджа Ванинатх, он установил Гуру Гадудхара через какое-то долгое время, но Джайдев Госвами там баджан совершал, и Падмавати, она из этих цветов чампы золотого цвета, она гирлянды делала. Их предлагали Радха Мадхаву каждый день, она прекрасно готовила. И вот однажды он хотел отправиться во Вриндаван, но перед этим я хочу сказать нечто прекрасное, что из Баджан-Кутира Джайдев Госвами, там расстояние до реки достаточно большое, но все же он шел и принимал омовение. Он там писал Гита Говинду в то время прославления Мадхур Расы. Никто в мире не мог сравниться с таким великолепным произведением. Кто-то может, конечно, много чего написать, но уровня Джайдева Госвами им не достичь. И вот он описывал о славе Мадхури Расы и виласах Радха Говинды, особенно этот лилу гнева Радхарани. И как, что такое Радхататва, если мы не поймем, это очень опасная, и такая лила, она может убить нас. И вот в Гита Говинде он пишет, и то, что и по милости Джайдева Госвами, по милости Радха Мадхавы, они что-то получали каждый день, и иногда
приходили просить подаяние, а потом приходили, готовили то, что они получили. Падмавати готовила, и она была подобна Лакшми. Small trees and creepers, sometimes looking husband, like Durga. Follow. Oh, this doing seva. And cooking almost going to be finished. И вот она практически закончила готовить, и Джайдев Госвами сказал, что я пойду. And I can come back and take prasadam. I can offer to Krishna. Принять омовение, потом предложу все и примем просад. И что случилось? Она начала, он писал Гита Говинду в то время, и Джайдев Госвами, Видьяпати, Гори Чандидас, Билла Мангал Такур, то, что они пишут. Даже Тулси Дасджи, то, что они пишут, это не какая-то ложная философия. Пытайтесь понять. Это не ложная философия, это они то, что видят, то, что осознали, они это описывают. Поэтому для обусловленной души несколько дней назад один преданный спросил меня, он писал, что-то там писал, и попросил совета, я ему сказал, что если вы не выбрались из Адбама, Пролипса и прочих вот этих недостатков, если что-то пишете, может быть, что-то можете писать для тренировки, но на публику это выставлять не нужно, поскольку обусловленная душа, если что-то пишет, там куча всяких ошибок в Сиддханте и впрочем, таких очень грубых ошибок, но великий Махапуруша, как Шрила Прабхупада или Бхактина Такура или Шрила Кешава Госвами Махараджа, если они что-то пишут, то они описывают свое собственное осознание. Если весь мир хочет напасть на них, они не смогут как-то им повредить, поскольку сам Баларам защищает их. Если кто-то гневается, видя то, что пишут гуру и вайшнавы, настоящие гуру и вайшнавы, то они могут как-то оспаривать, но они... Но смотрите, когда настоящий чистый гуру вайшнава, они что-то пишут, их эта сиддханта, она исходит из их сердца, а не из их ума. И такой великий вайшнава — это наши настоящие друзья, они пишут или делают что-то для нашего вечного блага. И Параматма внутри нас, она скажет это, как я уже сказал, как южноиндийский царь Кулашекар. Вот он собрал там всех ядовитых змей в одном аквариуме, в какой-то емкости, подобно аквариуму. И он сказал всем своим этим подданным, что каждый должен поместить руку в этот горшок со змеями. Если вы ни в чем не повинны, то змеи вас не укусят. И вначале всего я сам свою руку помещу в эту емкость со змеями. О, змеи, будьте внимательны. Если я невинен, то не кусайте меня, поскольку Кришна, он внутри вас, Параматма. И ни одна змея не укусила его. И когда эти предатели, министры, он сказал, ваша очередь пришла, они начали трястись со страха, поскольку они были виновны в каком-то там преступлении, и другие не осмелились сделать такого же. Он был уверен, поскольку он был великий преданный Нараяны. Он сказал, о Господь, ты пребываешь в сердце каждого в форме Параматмы. И если кто-то невиновен, не нужно кусать его. О, змеи, будьте осторожны.
И вот если один саду, Вайшнав, он пишет что-то жесткое про что-то, но это делает так, чтобы исправить ситуацию, чтобы предотвратить падение вайшнавского общества, и кто-то может как-то жестко говорить или писать, но это для него не оскорбление, поскольку внутри его сердца всегда поток милости. Это милость в форме дождя, она подобна дождю. Эта милость, она снисходит подобно дождю. И вот если кто-то хочет напасть на него, Кришна Баларам, они защитят его. Мы видели. Да, с Джайдевом Госвами то же самое. Перед Джайдевом Госвами кто-то говорил какую-то ересь. И автоматически Кришна он не мог потерпеть. И тогда земля расступилась, и там кто-то упал туда, и земля опять закрылась, такое живое самадхи получилось. Кришна не мог потерпеть этого, что ты говоришь такую ересь о моем преданном, и вот земля расступилась, и этот оскорбитель упал туда, и земля опять закрылась. И таким образом Джайдев Госвами, он великий преданный, нет никакого сомнения, но он описывает то, что он видит. Чистый Гуру Вайшнава, то, что не видят, то, что говорят, это благодаря вдохновению, которое пришло от Верховного Господа. Это не какой-то обычный случай, это не применимо к обычным людям. И вот тот преданный, который что-то писал, я сказал, что сказал ему, что для себя он может что-то писать, тренироваться, но на публику не нужно ничего делать. Бхактивиньян Бхарати Махарадж, он был очень осторожен с этим. Если кто-то что-то писал, он говорил, смотрите, вас вот эти все четыре недостатка, как вы можете что-то там писать и на публику вы выставлять столь несовершенные вещи. И таким образом, в тот день он писал о каком-то такой, о какой-то чувствительной теме, он думал, Кришна, как он может взять Радхарани за ее стопы. И вот он думал, что Кришна берет Радхарани за ее стопы и просит прощения. И вот он подумал, что не может такого быть. Он подумал, что может я там с ума сошел, поэтому пойду омовение в реке прямо и потом продолжу. И вот он спросил у жены, как там, готово, не готово. Он сказал, что почти готово. И вот он решил тем временем сходить, принять омовение. И поскольку река на достаточно большом расстоянии от его дома, но тем временем Кришна пришел в образе Джайдева. Спросил Падма, ты а вот жена спросила, что уже пришел, а он сказал, что а я тут вспомнил, что дописать надо, поэтому я пока буду ходить туда-обратно, могу забыть, поэтому лучше запишу. И вот этот Кришна в образе Джайдева пришел, дописал вот эти строки. И вот он закончил это произведение, потом принял омовение, принял просад. И потом Падмавати начала делать массаж лотосным стопам Джайдева, но что случилось? Каждый день она массировала стопы своего мужа, но это особый случай. Она чувствовала какое-то блаженство, какую-то огромную энергию, исходящую от него. Гуру Махарадж также
в Калне, когда жил Парин Бабунике, он в Калькутте, работал в Калне, жил, Гурмахараджи попросил его что-то принести там, и вот он приехал. Вечером не смог, утром приехал, Гурмахараджи в медитации находился. Он пришел, поклонился, Гурмахараджи не отвечал, он прикоснулся к его стопам, чтобы его вывести из медитации, и сказал: «Ты приехал?» «Да, но хочу спросить у вас нечто». «Спрашивай». «Когда я прикоснулся к вашим стопам, я почувствовал, как какой-то этот электрический разряд, он прошел через них в мое тело». «Почему случилось так?» Гурмахарадж засмеялся: «Эта энергия к тебе ушла». И поэтому не касайтесь гуру Вайшнавов, Ваман Махарадж тоже. Всегда его стопы закрыты. Только Сахаджи всегда выставляет свои стопы на показ. Гаукишвара Махараджа Махарадж, он тоже всегда противился, если кто-то касался его стоп. Он проклинал тех, кто прикасался к его стопам. И вот какие-то люди приходили, жаловались или покупали, что прикоснулись к его стопам, а Бабаджи Махарадж проклял их. И Прабхупад смеялся: «Разве у нас есть право прикасаться к его лотосным стопам? У нас нет права». Но будьте уверены, если он проклинает вас, то это нам, вы получаете великое благо. Материалист, если они вас благословляют как-то, то это будет просто проклятием для вас, как вот случай с Махапрабху. Однажды случилось, какой-то браман в Ганге сказал, что хотел прийти в вашу киртану послушать, а меня даже не пустили, и поэтому я вас проклинаю, чтобы никакого счастья в вашей материальной жизни не было. И Махапрабху обрадовался такому проклятию. И Вайшнавы, когда проклинают кого-то, мы получаем двойное благо. И вот смотрите. Taking bath in Jammu, in Nadi, river, here Krishna coming in the guise of Jayadeva Goswami принимал омовение в реке, а тут Кришна в форме Джайдева пришел. И жена, когда массировала, это Падмавати, когда массировала его стопы, она чувствовала какую-то необычную энергетику и какое-то сияние. Она смотрела на него и думала, как это возможно, каждый день я совершаю массаж ему. И вот он сказал, что: «Падма, иди и прими прасад». И вот она начала доедать этот остатки этого просада, и он тоже имел какую-то очень необычную энергетику. Был очень прекрасен, но такого вкуса она, и такой энергетики она никогда еще не чувствовала. И вот эта Падмавати, она ела и плакала от счастья. И тем временем Джайдев пришел: «О, Падма, как ты смеешь есть без меня? Как, что случилось? Ты целомудренная женщина, ты сначала меня кормишь, потом доедаешь то, что осталось, сейчас первое ешь. Что случилось? Как ты тут уже был, уже поел, я доедаю то, что осталось. Ты сказал, что вспомнил строчку, хочешь дописать». И он пошел проверять и увидел, что... И Кришна еще там знак оставил, то, что он сам пришел. И дописал эти строки. Вот эти строки он дописал. Hey Radhe, give your lotus feet.
И вот это единственное сокровище. И вот, то есть, вот говорит, что Кришна молится, чтобы Радхарани дала ему свои лотосные стопы. И вот Джайдев Госвами начал плакать: «О Господь, так, насколько удачна моя жена, я не мог получить, обрести твой даршан. О Падма, ты мой господин, дай мне свой, остатки своей пищи». И вот он взял немного прасада, который остался от Кришны и этой Падмавати, и был очень вдохновлен. Что Кришна настолько милостива, ты настолько удачлива, поскольку Падма, она подобна Лакшми. Это она часть Лакшми, нет сомнений в этом. И после этого, день за днем, когда Гита Говинда закончена была, и Джайдев Госвами, у нее появилась какая-то экстатическая любовь. И вот он говорил жене, что хочет пойти во Вриндаван. You are packing for 7 days. You are going to Mathura, Delhi, for 7 days. You take this seat. No packing, nothing, no luggage. Running, Govinda. Running like this. Padma also running. Padma also running. And they are running in forest here. They are somehow Padma managing. You know how to manage. Husband is always unconscious. Sometimes falling on themselves, sometimes getting out, sometimes crying, sometimes like child. How to manage? Padma going to beg and manage husband this way. Then after that, и вот они, в общем, как-то дошли до Вриндавана, жена ему помогала в пути, и вот дошли не до Вриндавана, и Джайдев Госвами думал, как зайти в Вриндаван, это место лил Кришны. И я вижу отпечатки Кришны везде, если я наступлю на них, это оскорбительно. И я не могу зайти во Вриндаван, как же зайти? Куда я не смотрю, везде вижу отпечатки стоп Кришны. I cannot enter into the in this place. Then и вот тогда Джайдев Госвами начал плакать, что я настолько неудачлив, пришел к входу во Вриндаван и не могу зайти. Я вижу отпечатки стоп Дамодара Кришны. И как я могу зайти? И внезапно Кришна и Радхарани явились. Там, под деревом Кадамбы, явился Кришна, играющий на флейте. Джайдев Госвами забыл, что ему нельзя наступать на те отпечатки стоп, и он побежал, чтобы поймать Кришну. И так он зашел во Вриндаван. Он уже не смог, увидев Кришну, он не смог уже задерживаться, и он побежал, чтобы обнять Кришну. И и вот Викраха Радамадава впоследствии во Вриндаван ее перевезли, и там Махарадж был в том месте лет 17 назад. Еще там место Гутала, какое-то особое место, где Балдев Видибушин, он дал достойный ответ тем, кто критиковали Гауди Вайшнавов за то, что нет Баши, Веданта Баши. Кто сказал, у нас есть Веданта Баши, и это то место. Гутала, Гута как-то так называется. They take me there, I speak Harikatha there, and there actually, they take me by car, and I go and take the darshan of Radha Madhav there. They are my temple. Radha Govindo,
Радха Говинда, Радха Гопинатхи, Мадан Махан в Кароле находится. Это далеко достаточно, и там можно получить даршан Радха Дамодара, Радха Мадхава, и Радха Гопинатха, и Радха Говинда. Всех их получить даршан можно. Это возможно. И таким образом Джайдев Госвами, он оставил свое тело во Вриндаване, его самадхи там. Я где-то видел. И так или иначе, до сегодняшнего дня это величие Гита Говинды, это она одобрена Кришной и один царь. Он завидовал Джайдеву, что Джайдев написал такую прекрасную Гита Говинду, и вот и давай, захотел написать еще одну Гита Говинду, и царь эту книгу положил к лотосным стопам Джаганатха, и утром обнаружил, что его Гита Говинда раскидана, пнул эту Гита Говинду, и она разлетелась там по полу. Что, и вот так Джаганат показал тому царю, что и такова его положение и система, установленная Джаганатхом, что каждый день перед сном ему поют Гита Говинду. Before, you know, sleeping, Jagannath Mandir is almost closed. Sayanarathi. И вот перед сном Джагнат Мандира практически закрыт, какие-то девадаси танцуют и поют этого Гита Говинду. Very nice. Очень прекрасное. So from then, и вот с тех пор до сегодняшнего дня, не слыша Гита Говинду, Джаганат не может уснуть. И вот та причина, по которой тот Джаганат Кришна Чайтанья Махапрабху, он выражает такую огромную любовь. Почему Махапрабху, он выражает такую огромную любовь к Джайдеву Госвами, к Белому Мангалу такого? Почему? Бару Чандидас, Видьяпати. Видьяпати также, он получил великую милость Адвайта Гасая, он Митхила Кави, он получил милость Адвайта Гасая. Адвайта Гасая был очень вдохновлен в виде его, то, что он написал. И вот с тех пор весь мир, он знает о Гита Говинде. И даже в храме Джаганатха можно утром поют еще вот эту шлоку, тоже Джайдева Госвами написано. Если совсем рано пойти в Джагнатх Мандир, то те панды сидят там и поют эти киртаны. И там в вот, каком-то цветочном саду Махапрабху, когда он увидел, какая-то Матаджи пела Гита Говинду, то Махапрабху вдохновился и побежал, чтобы прикоснуться к лотосным стопам той личности, которая пела так прекрасно Гита Говинду. А Говинда, он бежал за Махапрабху и кричал, что там Матаджи поет, остановись здесь. И Махапрабху остановился и сказал: о Говинда, ты спас меня сегодня. Я чуть не обнял эту женщину, которая пела так прекрасно Гита Говинду, ты спас мою саньясу. О Говинда, ты должен быть очень
внимателен и следит за мной, поскольку я не всегда понимаю, что и что. И Шри Чайтанья Махапрабху, он только услышал первую линию, первую строку из Гиты Говинды. Очень прекрасно, и не могу говорить о значении, очень прекрасное значение. Эта Гита Говинда написана великолепным образом. Иногда царь обнаруживал, что Джаганнат он пошел в цветочный сад и там слушал Гита Говинду. И мы не должны неправильно использовать эту Гита Говинду, поскольку может быть какое-то сокровище. Но если мы недостойны, то мы не можем. То есть мы не можем взять это сокровище от Гуруваги, мы не можем просто взять и украсть это сокровище, забрать силой. Смотрите, поток милости, дождь милости, он есть, но... Вот пример, когда дождь милости как бы идет, но когда... какая-то особая накшатра, какая-то звезда особая светит, то вот эта дождь, попадая на голову слона, то там Гаджамукта появляется какой-то драгоценный камень, и тот же, те же лучи, той же змеи, когда они попадают на голову змеи, змея становится более ядовитой, но какой-то драгоценный камень на ней тоже появляется. Если вы неправильно будете использовать это, то вы будете наказаны, пытайтесь следовать правилам и предписаниям. И сегодня или завтра вы достигнете... великой цели, и почему вы ведете себя как разбойники, которые хотят что-то украсть, забрать. Никакая сила, никакое богатство, оно не поможет вам. Мы должны совершать баджан, мы должны слушать славу вайшнавов, и тогда мы получим вдохновение, мы получим силу. Слыша такое жизнеописание вайшнавов, мы получим вдохновение. Мы должны слушать вайшнава чариту, и тогда мы поймем, что такое баджан. Мы должны совершать харинам, повторять обетованное число кругов, и мы должны избавиться от лености в нашей жизни. Кто-то может забыть просад, но имеется в виду, если мы будем так поглощены баджаном, что будем забывать поесть и попить, то это настоящий успех. So many things I have to speak long, no time cannot permit. So we like to create such a situation. Вот мы хотим создать такую ситуацию, как было во время Махапрабху и Рай Рамананды. Все время происходило киртан и харикатха непрерывно. Какие-то мадхукари могут приходить, я могу принимать это и продолжать говорить. И вот этот киртан мы должны петь.